В Москве в ходе операции «Нелегальный мигрант» задержаны почти 300 жителей ближнего зарубежья. По-русски понимаете? Кто по-русски понимает? По-русски понимаешь? А? Чуть-чуть. В ходе рейда на северо-западе столицы правоохранители выявили иностранных граждан, у которых при себе оказались только национальные паспорта. А справки о постановке на миграционный учет и разрешение на работу отсутствовали. Не работаю нигде. Здесь вы за жилье платите, нет? Нет. Не платите? А кто вас поселил-то? Начальство. Начальство? Руководство ЖЭКа? ЖЭК или НИЗО, вот это, короче, начальство. Сейчас стражи порядка ищут руководителей коммунальных служб, заселивших иностранцев. По итогам рейда 35 нелегальных мигрантов готовятся к отправке за пределы России. Вы когда приехали?